14 ноября 17 год, Харьков. Хорошо, наверное, вечерком прийти домой, сесть и посмотреть телевизор. Да что ж так. Сейчас я вспомню, что там было. Сунул нос куда не следует. Можно выяснить. Можно вдруг выяснить, что семейный очаг был нарисован на холсте. Вот примерно тот же случай. Телевизор нарисован на стене. Очень удобно. И электроэнергия не нужна. Это у нас Харьков. 14 ноября 2017 года. Улица.